Всем приветики! Сегодня хочу сделать котлетки. Значит, у меня здесь свинина с говядиной, фарш. Уже я все посолила, поперчила, яйца добавила. Вместо хлеба я кладу картофель. Сейчас я его вот натру на терке. Затем мы сформируем небольшие котлетки. Туда положим твердый сыр. Все это в панировочку и на сковородку. Так что трем картофель. Так, сейчас покажу, как мы будем формировать котлетки. Значит, берем фарш. Прям его. Кладем сырок в центр. И все это залепляем вот так. Формируем котлетку. Такую. Вот. И все, все это обваливаем вот в сухарях. Так. И вот такая котлетка у нас пойдет на сковородку. Семь котлеток у нас получилось. Вот такие вот они красивенькие. Сковорода разогрелась. Сейчас потихонечку все это будем выкладывать на сковородку. И будем все это жарить. Вот наши котлетки. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Вот, а это сочные, вкусные. Очень вкусно. Все в меру. Главное, что нету хлеба. Вместо хлеба картофель. Обалденные котлетки. Всем приятного аппетита. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии.